В Татарстане впервые выявлена редкая и очень опасная тропическая болезнь – филериоз. Это завозной случай. Заразился ею мужчина, который отдыхал в Индии. Лекарств от недуга в России нет. Поэтому в набережных Челнах планируют усилить работу с туроператорами и турфирмами. У каждого туриста должны быть памятки о предстоящих для посещения странах. Об этом во время делового понедельника сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизяр Бареев. Переносчиками филериоза являются мошки и москиты. В простонародье говорят, слоновый стоит внутри организма человека, определенные черви откладывают яйца, и человек внутренне поедается. В связи с этим мы готовим с туроператорами и туристическими фирмами проведение соответствующего учебы семинара. Как отметил мэр Наиль Магдиев, во время сложной эпидобстановки следует воздержаться от поездок в экзотические страны. Что касается мужчины, который заразился филериозом, он житель Бугульмы. Через 10 дней после возвращения на родину он почувствовал недомогание. Поднялась температура. Единственный врач, который взялся за мое лечение, это главный инфекционист города Бугульмы, Рамир Мирсоедович со своей командой инфекционистов, которые пытаются поддерживать мое состояние, так как черви поедают потихоньку меня изнутри.